Всем хай, с вами Рэйвин. Продолжаем прохождение Dark Souls 3 и страдать и так далее. Как видите, я без штанишек, без намордника. Ну, в общем, там тряпку какую-то напялил, так как я прокачался уже, наконец-то, вот на это оружьишко. Я чуть-чуть пофармил, там прокачал, вот, чтобы ее мог одеть и заточил его на плюс 2. Вот такая вот у нас сейчас бандура, вот так вот будет валить. 4 удара хуярить, просто божественная штука. И сейчас мы должны, как бы, я сколько помню, нам надо проходить в дальнейшее. А нам надо проходить тогда, значит, вроде сюда. Если я хорошо помню, вроде сюда. Пройти ворота, которых открыли, и там всем до пизди. Хороший план. Правда, выполним ли он? Мы сейчас узнаем. Ой, не туда, извиняюсь. Ребята, извиняюсь, я не хотел вам помешать. Да, вот эти наши воротины. Поперлись сразу к ним. Мы там демона убили. Тут, короче, мы как бы все убили, так получается. Сейчас вот этого локация. Классная. И все. Блин, это же по красоте. Что-то... Ай, вон там, там, короче, пиздюлинка такая стоит. Дратуйся. Все. Откисла пиздюленька. Ну, ударь еще раз. О. Хорошо-то как идет с этим мечом-то классно. Дратуйся. Может, ваншот? Не, как бы не хотелось. Не будет ваншота. Еще одно. О-о-о. Вообще хорошо, еще бы заточить его немножко было бы вообще сказка-то. Как будто армянские шашлыки есть. О, о, все. Камень какой-то хуямень. О, там аж даже упало что-то с трупа. Тесак демону. Что тут еще? Там не надо прыгать, там не надо. Тут все хорошо. Ай, тут же эти два рыцаря ебанутые. И где они? А, вон они уже пиздятся там. Пойдем лучше костер откроем. Лучше кострик. Спокойно. Красиво. А, я вспомню, там впереди черный рыцарь. И я обязательно захочу его шмотки поиметь. Так как я захочу его шмотки поиметь. А, ну и ладно, мы тогда в его сторону, короче. Там уголь лежит, все такое. И так далее. Здравствуйте. Встали? Почти ваншот, почти. Хотелось бы ваншот, конечно, но... Не выходит. Здравствуйте. Я-то думал, бэк будет сейчас. Оказалось, хуй тебе. О, вот этот... Нет, этому прошло, проехало. Все. Ой, блядь. Сука. А может, ты будешь спать? Слушай. Ебать, какой ты жирный, слушай. Тихо, 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 тихо. А, не успел. Ай-яй-яй, зато он успел. Тихо, не плюйся. Нахуй ты мне нужен такой плевун. Ходи сюда. Опа, какой прыжок веры, смотрю, у тебя. Титанитовая чешуя, вообще зашибись. Так, берем обратно щиток в руки. О, волшебное ружье. Блин, сейчас этот хрень нападет, да? Пробежал, не заметил. Рыцарь. Вот с рыцарями это просто пиздец сейчас будет. Меня здесь нету, можешь не смотреть. Я вообще призрак. Не смотри, блядь, на меня так. О. Я вообще босс бегаю, как он, сука, меня услышал. Какие-то сабли. И вот там вот должен быть самое вкусное в этой локации. Уголь фараона. Блин, рыцарь, рыцарь, рыцарь. Я же пизды от него получу, да? Скажите честно.
Я сколько помню, он жесткий. Так, пошли. Тихаря. Ой! Тихо-тихо-тихо, отпусти, отпусти, отпусти. Блядь. Ты, блядь, шутишь нахуй? Вы видали, сколько он, сука, с хп мне снял? Это вообще легально, блядь? Пу-пу-пу-пу. Нихуя себе. Вот это мне, конечно, он заехал. А чего эта цель пропала? Блин, хорошо, что сейчас... Не, конечно, не хорошо, что сейчас чешуйки этой не будет. Хотелось бы ее пофармить побольше. С нее и хорошо душ падает, и оп. Блять, какой нахуй пинок. И это, и чешуйки хорошие там всякие. Ну блин, этот рыцарь, это вообще что-то с чем-то. Блять, загрелся, тварь. Может, не загрел. Дратуйте. Опа. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Ты чё, блядь? Всё. Дай сюда чё-нибудь. Что ты там носишь, дай сюда. Блин, сейчас рыцарь иметь. Ну, пойдем опять сзади его обойдем. Так, две руки меч надо взять. Я помню, его как-то так и убивал. Помню только то, что мне до бэка никогда не доходило с ним. Он типа постоянно обворачивался. Может, я души заберу? Хуй я там заберу. Лучше проебу. Ёбать ты меня, Люсю, хуюсю. Какого хуя ты творишь, алё? Псих ты ёбаный. Да ебить меня. Где мой, блядь, ёбаный? Отъебись от меня. Блять! Бей жестус, ёбаный! Понял, жадно! Жадность! Не надо! А твои, блядь, стенки! Сука! Пьем, 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 пьем! Блять! Вот это мне он сейчас, конечно, влепил! Давай, все, ударяй уже! У меня места нету, куда бежать! А иди ты нахуй, падла ебучь, тебе же грапаль, сука, осталось. Ой, бля, ты ж трясёт, сука. Вот и минус 8000 душ, кстати. Блять. Я же его убью, нахуй. Не надо его убить. Обязательно. Чё встал-то? Лежать, ёпти. О, осколок титанита, это хорошо. А может вот так двух? Ага, хуй-то так. Все, минус. Оп, еще разок. Может смолу какую-нибудь намазать, чтоб его грохнуть. На это же вроде оружишка, смола идет. Вот вроде не заметил. Хорошо. Похуй на эти души сейчас. В принципе, нам надо рыцарей грохнуть. Меня здесь нет. А чё он боится? Ну, ладно, раз уж души тут. Давай заберем. Давай молнию юзанем. Ебанем его вот так. Да блядь! О! Есть! Просто так надо было. И, конечно же, с него нихуя не упало. Но я его, конечно, потом пофармлю. Я хочу его броню, особенно щит. Щит у него топчик. Шел нафиг. Вот падла. Зачуял.
Нет? Нет, не учуял. Ладно, эту часть мы прочистили. Сейчас нам надо идти куда? А, блядь, неужели в этой серии сегодня у нас босс? Сука. Это же пиздец. Я знаю его. Он жестокий и непощадный. Ладно, локацию пока что отберем. По моей старой трах... Блять, стратегии, трагедии, блин. Так, вот так вот красивенько обойдем всех. Оп, этого замочим. Все, первый пошел. Сейчас было бы хорошо, конечно, бы убрать одного рыцаря оттуда. Но я опоздал, да? Хотя, смотрю, один хорошо так пизды получил. О, один ко мне идет. Заебись. Именно, наверное, тот, который получил, да? Тихо! Да, я вот так вот сделаю. Оп, оп, оп. Все, отъехал. Дай штаны. Мне нужны твои штаны. Нихуя. Я хочу их не снять, хотя бы одет. Желательно. Так, тот вот того еще грохнет. Ржавый кинжал. Ну иди там, волшебной парочке. Эцки сейчас завали. Я просто не хочу руки пачкать. А у тебя уже и так испачканы. Да, блядь, ну ты чё? Ты чё, алё? Алё, сколько у тебя там? Ну, хотя хуй им дай. Все, я пропустил, и ты пропустил, и все, заебись. Уголь собрали. Доспехи тьмы. А, давайте, наверное, их оденем. Они весят гораздо меньше. И нам нужно одеть штаны. Вот, как раз. Как раз. Во, оделись обратно. Кое-как. И кувырок нормальный. Вот этого я и хотел. Да, блядь, ёбаный щит, ёбаный ты. Так, собираем это. Пылюли. Иди сюда, мозгляк. Да, блин, я думал, только один удар у тебя будет, а? А ты умудрился целых два и выписал. Так, это мы сделали. Этого мы сделали. И этого мы сделаем. И вот этого также сделаем. Ой, как красиво. Блин, сейчас босс, да? Ёптить, у меня нету выбора. Сейчас, в общем, босс-то будет. И знаете, что я вам скажу? Он меня отымеет. Хорошая минута была, молчание такое. Но надо потратить души. 6000 это немного, но мне немножко не хватило вроде, чтобы меч еще чуть-чуть улучшить. То есть как-то надо это сделать. И отправляемся мы в храм огня. Блин. Я так не хочу на него идти. Просто в солянку я его вроде еще не убивал ни разу. А я сейчас убиваю уже всех солянку. И что вы думаете? Это же пи... А чё я с ней говорю? Она мне ничего не скажет. Хорошего. Вон вот этот, вы мне скажешь. Я ему уголя дам. А, укреплить флягу с эстус. А, не могу же точно. Передать уголь. Да. Да. Укрепить оружие. И укрепим вот этого. О. Во, аж на целых плюс 5. Больше у меня сколько в титанитов нет. Блять, извини. Блин. Блин. Ну ладно, отправляемся. Блять, не хочу. Ой, как не хочу. Я же сдохну, ёпт. Сука. Бля. Да ну нахуй. Может не надо? Пожалейте меня. Ребят, нахуя это вообще заняться? Сейчас. Так, там нехуй делать пока что. Пошли, 3000 душ похеру. Ой, блин. Угля пока что не будем.
Уголь будет как запасная хилочка у нас. Привет. Как спится? Смотрю, неплохо. Да, мы вот... Я вот тут вот пройду, ты не против? Видимо, против. Сука ты. Я из-за тебя испортил все. И из-за тебя. Ну ладно, этого тогда тоже убью. Хули он мне там мешается. Все. Дали бы хотя бы что-то-то. Нет, нихуя не дает. Ладно, уголь тогда жру. Чтоб пизды так смачно не получить. ХПшки больше будет. Ой, блядь. А может, ну его нахуй. Но, блин, дальнейшая локация. Надо открыть. Надо открыть. Мультик посмотрим, конечно же. Блин. Помню первую игру, кстати, я прошел именно с этими, с его оружием. Потом я через, ну, довольно-то долгое время паузы, я пришел и сел на этого персонажа, я себе думал, в голову писал, как я, сука, убил остальных боссов с этим оружием. Как я умудрился, я не помню, но я как-то это сделал. Ой, какой кровавый меч. Капелек только не хватает. Ну, сейчас он, конечно же, на меня попрет, да? Тихо. Опа, есть. Первый пошел. Тихо. Ебать, он меня сейчас ебанул. О, тут два ребята. Который с которым бьются-то? О, мне нужен вот этот. Остальные похер. Остальные не в моем в компетенции. На, блядь, бакстеп хороший. Все, первая фаза, все. С нихуя себе, как я быстро ее прошел. Я аж сам в ахуе. Слушайте. Может, и вторую так на изи пройду, а? Хуй-то там, бля, сейчас отхвачу так, чтобы мама не горюй. О-о-о-о. Блядь. Вы бы знали, какие сейчас волки упругие стали. Ух! Ну хорошо, я ни одного эсфоса еще не потратил. Это плюс. В принципе. Так поможет ли это мне? Я хуй его знаю. Ой, блядь, аж дрожит. Короче, мурашки по всему телу сейчас пошли такие. Так, сейчас вроде он сразу на меня кинется. Нет, еще не кинулся. Воу-в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 оу
2 эсуса минус. Блять, я забыл, что после этого скачка у него ебанутого. Огонь идет! Блять! Еще эсус. Уу! Ебать, он как меня зёпарасте! Сука, повелитель огня, ты ёбаный! Это тебя не Властелин колец фильм! Иди сюда! Мамочка! Дай, блядь, я тебя ударю! После каждого удара я его должен хилиться. Так, вот еще чуть-чуть. А, блядь! Сука!
Так, еще. Ой! Блять, не попал, не достал. Сука, 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 сука. Еще кропаль. Блять! Вставай, блять, недоделка! Сука, побрею нахуй, не будешь, как Джон Сноу убьет. А если вот так? Ну-ка еще разок. В принципе, то там хуйня осталась ему. Блять! Да хватит мне пиздить! Ты чё? Нет! Так, пьем. Блять! Мне хорошо это осталось. Ебануть и все. Ты чё такой бешеный, сука, стал? Еще разок. О, все. Прошли. О, с первого трая вообще. О, блять, заебись. О, аж вспотел, блять, девятым потом. Ух, как шалава с девятого веню. Ух ты, ёптарары. Нихуя себе, вот это было по красоте сейчас. Ух, все, ребята. Короче, надо это. Мы сегодня закончим. На следующую серию мы пойдем, не знаю куда. Пойдем, наверное, вот в эту локацию. А может и не вот в эту. В общем, еще не, я не решил куда. Но, в общем, сейчас у меня, короче, башка не варит. Мне так хорошо. Ох, и убили эту херотень. Ух, хорошо, бля, все, заебись-то, а. Так что, всем пока и до следующих.